Еще внимание, я скажу, мы подаем пятый раз уже. Всего здесь еще здесь нету, но у нас есть 1225 с видео подтверждением, когда наши кто вступил в инициативную группу, показывали свое лицо и удостоверение личности. Мы инициативная группа незарегистрированной партии «Алга Казахстан» вновь собрались сегодня у департамента юстиции города Алматы. Очередной раз доказать, что мы живые люди. Мы требуем, у нас есть законное право на регистрацию партии. Хватит над нами издеваться, не гневите народ. Город Кустанай, мы участники инициативной группы «Алга Казахстан». Пришли поддержать оргкомитет инициативной группы «Алга Казахстан». Біз «Алға Қазақстан» партиясының мүшелеріміз. Біз тіріміз. Участники инициативной группы «Алға Казахстан» пришли вот к департаменту юстиции объявить о том, что мы на самом деле живы, мы существуем. Мы живые! «Алға Қазақстан»! И мы добиваемся и создаем нашу оппозиционную партию «Алга Казахстан», чтобы в будущем не нарушались права человека, чтобы Казахстан был свободным и процветающим государством, потому что у нас для этого есть все возможности. Біз жолдан қайтпаймыз. Мына партиямызды тіркемейінше қайтпаймыз. Мақсатымызға жетеміз. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Мы живые! Алға Қазақстан!